улица Батчанка. Называется Малый Вороночек сейчас. Вот там у нас дом дедушки, бабушки, который мы прошли мимо и даже не заметили. Вот подходим. Он с белыми цветами слева. Вот подошли к дому. Деревья преданные, когда человек умирает, и два, и три каштана у нас было. И это, вот наша калитка, а это Николаеву жили. Да. И кто-то там жил. Кладбище прямо за огородом. На фоне пруда. Далеко буквально. Там вот за огородом кладбище и пруд заросший. Вот их дом и палисадник. А там живет тетя Вера. В конце улицы. Тихо, спокойно. Напротив разрушенный дом. Там дальше поля. Там аисты летают около пруда. Тут кладбище. Вот он дом с серой крышей. И не шел я вслед за толпой, напрасно девчину сгубили. И вышел я вслед за толпой, у церкви стояла карета. У ней пышная свадьба была, все гости нарядно одеты, невеста все краше была. Все гости нарядно одеты, невеста все краше была. Все равно я к тебе иду. По тропе, чтобы мужа хорошего, мы не хотели, чисто мой до речи. Не ходи за мной, милый хороший мой, и в окошко мое не. Может, поэтому на звонки... Тут были сени. Сбежал? Не сбежал. Вернется. Тут были сени. Ты мне вещи в дом привезла? А вот здесь была жилая комната. Вот, две кухни было. Митя к тебе скоро приедет. Ты прежде чем... А вы где, тетя Клава? А вы где спали? Идите, походите. Походите в хату, я... Вы люди, я потом посвящу. Посвящу. Зафиры меня вот здесь. Мама жила. Мы жили вот в этих двух комнатках. Вот я во дворе. Мы зашли к доброй женщине. Она спустила. Это погреб овощной. Это уже сарайчики какие-то. Там банька. Она уже новая какая-то, другая. И вот здесь огород. Здесь был сад раньше. Там кладбище, прадедушка лежит. Виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что люблю?
пела я песню ему. И Наталья, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему. Виновата во всем, виновата кругом, еще хочешь меня отдавать? Да зачем же, зачем за ту лунную ночь позволяла себе? Еду на велосипеде мимо дома дедушки и бабушки. Едем мы в гости к троюродной сестре. Крутим педали. Велосипед без скоростей. И это очень непривычно. Ой, чё. Ой, чё. Ой. Курица. Дом заброшен вроде. Там курица ползает. Это постройки около дома. Брошенные дома стоят. Что это? Корыто старое. Долбленка. Интересно. Сетция жизнь. Никого нет. Слезы льёт.
шпоры. Не обижаем, не обижаем твоих курочек. Не обижаем, нет. Ну, за всеми посмотреть надо. Вон там одна ходит, а где же еще двое? Может, через сетку перелезли. В траве будет. Да? А был там пес. Не жил, был пес. Да, жил, был пес. Вот так вот. Как из сказки. Жил, был пес. Сейчас дедушка вынесет ему кушать. Это тетина собака. Собака. Кого люблю, кого люблю, не дождуся. Ой, кого люблю, кого люблю, не дождуся. Поехали. Поехали. Вот и Москва. Звенят колокола. Едем. Едем, едем, скоро приедем. Здоровский супер. Иди, иди. Бежал он, говорит, не в рабочую, и помню, одежду шили там какую-то руками, там или что-то, и свечи горели, это я запах. И помню похороны, и вот помню, как шли, ну, я не плакала, ну, я ребенок не понимала, маленькая была, вот. А и помню, как вот крышку с двух забивали. А я, видимо, потому не помню. Наверное, не было тебя дома. Это в каком году? Ну, я помню, как у меня маленькая была. А он кем работал? Это Андрей Степанов в армии. Племянник. Степана? Степана Андрей. Это Райна свадьба. Ой, ну да, Райна. Это Рая еще во второй класс ходила. Кто? Рая во второй класс ходила. Это как Масленникова. Вовки мои. Культура, да. Вот они, наверное, и Масленниковые делали. Да, может быть, да. А это вот библиотека, думаю, страны. Да. Клеря. Вот отсюда цель-то создана. А это красиво. Вот у вас что-то. Ну да. Да. А это он живет, Танька, это, двухэтажный, вот, Танька. Мы заходили сюда сегодня. Когда вы сегодня заходили? Ой, приходила сюда, и меня не забыл, не займаю сердце. Потушишь, неужели тропинку ты ко мне не найдешь?
Всем огонечек разрушишь, пинку. Ну что, собрались мы на торжество, чтобы отметить 25 лет совместной жизни. Нет, сидите, сидите. Наших молодоженов, что мы хотим пожелать? Конечно, больше всего здоровья. Здоровья, терпения, жизни совместной. Дожить до золотой свадьбы, до бриллиантовой. Чтобы у вас детки радовались, внуки, внучки только начали появляться, и было много-много. Чаще встречаться за всем миром. Спасибо вам, детки. Нас не забывают. Мы тоже. Слава Господи. Дай Бог всем здоровья. Дай Бог здоровья. Чтоб не хворали. Да, вы же 50 лет на следующий год. И самое главное здоровье. Да. Остальное будет. Хорошее не работает. Хорошее это на воз. Сейчас нема, а через час будет воз. Так чтобы воз был. Это здоровье. А здоровье самое главное. Здравствуй, здравствуй, милый зять, пожелай до хаты. Брамо, я хаты не пойду, пойду в светлицу. Обниму я. Разбужу я сладкий сон с пятью девицей. Едем, едем в далекие края, мы едем с пляжа, мы купались. Вот моя там троюродная сестра с внучкой. А вот тут на озерах мы купались. Едем мы по Воронку, по центральной дороге. Галя уже глаза закрывает. Перебрала. Галя моя, Галя, что ты перебрала? Галя, буду. Один хороший и брюнет, того парнишку я любила, и без него жить не могла. Его другая полюбила, его другая завлекла. Обыкайте. Его другая полюбила. Моемся. Завтра в дорогу. Ну, нажимать? Да. А он уже нажатый. Еще раз. Вот так. Сейчас проверю, что это. Давай. А то дед будет на самом деле. Вот когда теперь тормоз. Садимся в поезд. Москва, Владивосток. Со своими сумками. На колесиках. Путешествие наше заканчивается. Хватит снимать меня такая.